все. Я не видел, пассажиры сидели. Ну, сейчас, походи, он встал, да, вот там? Остановка на правое счастье. Это Чайковского, я не помню здесь. Сейчас все находится. 25-61. Нарушение зоны действия дорожного знака, пешеходный переход, не ближе 5 метров тоже становится. Видно же, да, что 5 метров это близко не так. Видно же, да, хорошо? Да, нет. Встал же, высаживает пассажиров. Да. Зафиксируй, пожалуйста. Лево направо, или справа налево, перед перестроением, что вы должны сделать? Прежде всего. Перед началом маневра перестроения. Стоп. Что нажать? Стоп. Какой стоп нажать? Я понял еще раз. При перестроении, либо отъезда от остановочного пункта, что вы должны сделать перед тем, как тронуться? Поворотик. Поворотик. А почему вы не всегда включаете поворотик? На пешеходных переходах останавливаться либо ближе 5 метров нельзя, вы не знали об этом? Ну, товарищ водитель. Знали, не? Площадка пошла раз сейчас. Вот ваша машина. Вы должны налево поворачивать. С какого ряда? Поворот налево с какого ряда разрешен? Со среднего? Или с крайнего правого? Или с левого? Или со всех? Слева. Ну а почему вы с правой полосы поворачиваете налево на Купашвару? Если вам нужно высадить пассажиров, то высаживайте их заблаговременно. Если нет такой возможности, вот вы стоите, без нарушения правил дорожного движения, необходимо высаживать их за перекрестком, значит. Вот как вы с этого ряда справа сейчас будете уходить налево? Я вообще нарушение не. Узнаете себя-то? Ну, смотрим дальше. Заезжайте на перекресток с крайнего правого ряда. Подрезаю всех, перестраивайтесь в левый ряд. 3 года назад здесь. А всего водите машину? Сколько лет? Мне 30 лет. За одну где-то 2005-2006. А здесь 3 года? За маршруткой именно, за рулем? 2 года на маршрут, а года вот. Сегодня вот нарушали, вы понимали, что вы нарушали? И вы всегда так ездите? Или это только сегодня так? Все там, ну, я не скажу, я только сегодня там, а все там, все нарушают. Ну.
Сегодня проводится мероприятие на одном из маршрутов города Твери. Задействовано несколько мобильных групп на машинах скрытого патрулирования, которые оборудованы видеорегистраторами. Будет отслеживаться водители, которые нарушают правила дорожного движения в процессе движения. Потому что все ДТП произошли из нарушения правил дорожного движения водителями в процессе движения. Вот на это будет направлена работа. При выявлении нарушений водителями правил дорожного движения на них будет вставляться административный материал на конечных остановочных пунктах. В случае, если есть ответственность должностных лиц за выпускное транспортное средство, имеющее неисправности, будет привлекаться к административной ответственности должностные лица.